День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем наши занятия. И сегодня у нас очень важный момент, который будет заключаться в том, что мы с вами, как художники, должны научиться корректировать в плане цвета, в плане таких определенных каких-то моментов в отображении слоев вашего рисунка, вашего изображения, того самого изображения, которое вы с удовольствием создавали. Работать мы сегодня будем вот с таким инструментом, который называется коррекция. Но прежде чем начать с ним работать, я хотела бы немножечко сделать такое вступление по поводу того, что такое цвет, чтобы мы с вами работали грамотно с этим инструментом. Итак, если я сейчас открою вот такую вот страницу, то здесь мы с вами увидим практически все шкалы, которые работают в интернет. Если бы мы с вами были просто художником, который имел палитру, имел определенные какие-то краски, он бы просто на палитре смешивал какие-либо краски, получил тот цвет, который он задумал, и этим цветом он работал со своим изображением. В интернет это сделать намного сложнее. Были созданы определенные шкалы цветов. Вот посмотрите, здесь мы видим с вами пример цвета. Вот он здесь изображен на экране. Если я буду листать дальше, то таких примеров будет очень много. Чтобы любой веб-мастер мог какой-то текст обозначить определенным цветом или какой-то цвет дать на рисунке, то он может в своем HTML-коде или в CSS-стилях, в кодах CSS-стилей, он может использовать, например, вот такие названия. Ну, давайте мы возьмем с вами вот такой цвет черный, который у нас чаще всего используется как нейтральный цвет. Посмотрите, русское название его черный, английское название его black. То браузер у нас, прочитав этот HTML-код, отобразит нам этот черный цвет. Помимо вот этого черного цвета, который мы в атрибут color вносим, мы можем с вами еще использовать вот такое 16-тиричное значение, это принятые в интернет. То есть вот в данном случае черное отображается вот такими 6 нолями, впереди стоит хэштег, вот он здесь обозначен. А теперь посмотрите, вот у нас еще 3 шкалы есть. Одна шкала называется RGB, и у нее, посмотрите, 3 значения даны. Вторая шкала называется SMYK, и у нее 4 значения. И третья шкала называется HSV. Эта шкала может называться, например, HSL. То есть таких шкал, по-моему, существует 3. Они очень похожи между собой, отличаются конкретными такими нюансами. Поэтому вот здесь нам тоже даны какие-то значения. Вот эта вот шкала SMYK. Шкала, она используется в основном в полиграфии. Вот в переводе обозначает SMYK – это Cyan, Majestic, Yellow, K. Теперь давайте разберем, что такое HSL. У нас в данном случае будет использоваться RGB. Итак, заходим в наш с вами редактор и возвращаемся к тому моменту, где мы с вами работаем с цветом. Посмотрите, вот у нас в нижней части есть вот это вот окошечко. В данном случае оно сейчас белое. Я, чтобы выбрать цвет, мы так с вами договаривались, кликаю по этому окошечку. У меня появляется пипетка. И вот здесь у меня появляется всем известная нам шкала. Эта шкала, вот та самая, о которой я сейчас говорила, это HSL. Шкалой мы очень часто с ней работаем, мы к ней очень привыкли. Что же такое HSL? А это тон, насыщенность и яркость шкалы. Видите, у нас здесь 3 шкалы. Тон, точно так же, как эти 3 буквы, насыщенность и яркость. Вот если я сейчас буду перетаскивать бегунок на шкале тон, в данном случае у нас H равно 0, S равно 0 и L равно 100.
Начиная передвигать бегунок, наблюдайте вот за этим маркером. Посмотрите, этот маркер начинает двигаться по кругу. Вот он перешел, прошел полностью по кругу. Посмотрите внимательно, цифра, которая здесь получается, 359. То есть у нас круг 360 градусов. Я от нуля довела бегунок до 359. То есть этот бегунок у меня встал на то же самое практически место. Посмотрите теперь насыщенность, смотрим. Куда побежит вот этот маркер? Я передвигаю вот эту шкалу, и маркер у меня начинает передвигаться. Он у меня передвигается к насыщенному красному цвету. Посмотрите, 359, вот они здесь у нас. Насыщенность равна 100. От белого, бесцветного, у меня ушло на красный угол, на самый насыщенный цвет. И яркость. Яркость в данном случае у меня равна 100. То есть освещение замечательное. Но если я сейчас яркость начну уменьшать, то посмотрите, бегунок у меня опускается к темной точке. Меняется цвет на прямоугольнике. И посмотрите, цвет стал черным. Это достаточно сложная шкала. С ней, ну, будем говорить, не очень просто работать. Но эта шкала очень широко используется именно в интернет. Она коррелируется потом в другие шкалы. После корреляции, посмотрите, нам дана информация об HSL-шкале. Тут же рядом еще одна шкала появляется с какими-то определенными цифрами. Мы сейчас к ней подойдем. А вот это значение веб, то значение, о котором мы с вами говорили, 16-тиричное значение. Вот они, 6 знаков с хэштегом, который мы можем сразу же, получив здесь на этой шкале, мы можем сразу же записать этот код в HTML-код нашего рисунка, того рисунка, который мы создаем в качестве веб-мастеров. Теперь давайте вернем все на место. Вот так вот. То есть вернем к нашему белому цвету и зайдем, пропустим вот эту шкалу и зайдем вот сюда. Это шкала веб. Эта шкала у нас сразу же дает нам уже готовые цвета. Вот, например, если я сейчас выберу зеленый цвет, посмотрите, как изменится здесь цифра. Значит, тон у нас ушел на 120 градусов, насыщенность равна 100. А вот освещенность равна 60. Вот это значение уходит у нас в веб-значение 16-тиричное. А вот это вот у нас еще одна шкала, которая называется RGB. Это та самая очень точная и очень популярная шкала, с которой практически работают все веб-мастера. И на этой шкале, собственно говоря, основана работа с цветом и нашего PixelR-эдитора. Эта шкала вот здесь у нас показана. Давайте я верну вот на такой черный цвет сюда. Тот цвет, с которым мы с вами работали. Посмотрите, у нас вот они, нули появились, так как мы рассматривали там на шкале. И нули у нас во всех шкалах. И HSL, и шкала RGB у нас тоже вся состоит из нулей. Это чисто черный цвет. Давайте войдем в шкалу RGB. В этой шкале RGB используются три основных цвета. Первый цвет красный, вот она эта шкала. Сейчас в данном случае стоит на нуле у нас бегунок. Вторая шкала зеленый, green, она стоит, бегунок тоже стоит на нуле. И третья шкала blue или синяя, или голубая еще говорят, да, но blue у нас RGB. То есть красный red, зеленый green. И blue – это синий. Если они стоят все на нуле, то получается черный цвет. А вот теперь давайте я выведу шкалу red до красного цвета. Посмотрите, у меня здесь 100% красный цвет. Вот он у меня здесь, величина его в данном случае 255, такая единица есть. Здесь у нас получается 0.
100L. А вот здесь у нас появляется, что красного цвета у нас 255 единиц. Остальные цвета у нас равны нулю. Отображаться вот здесь, вот в этом квадрате, будет вот этот маркер. Он не передвигается, он будет стоять в центре этих трех кругов. Теперь давайте попробуем передвинуть шкалу Green. Я вывожу ее на величину 255. Обратите внимание, у меня появляется зеленый круг, но как бы смешивается краска в количестве 255 красного и 255 зеленого, и получается при смешении желтый цвет. Маркер нам показывает цвет желтый. На этой шкале отображение идет вот такое. Шкала Web вот это нам показывает, а шкала RGB показывает нам по максимуму красный, по максимуму зеленый и 0 синего. Переводим синий на максимум. У нас появляется синий круг. У этого синего круга при внесении в смесь красок красный и зеленый точно такой же массы, то есть 255 единиц, получается белый цвет. Когда смешивается красный цвет с зеленым в одинаковых количествах, получается желтый цвет. Когда смешивается зеленый с синим, получается бирюзовый. Когда смешивается синий с красным, получается циан. А когда они все три вместе смешиваются, получается чисто белый цвет. При отсутствии всех трех красителей получается чистый черный цвет. Вот именно на этих шкалах и основана работа с цветом в нашем пикселер-эдиторе. Не только в нашем пикселер-эдиторе, а вообще практически в интернет больше всего используется шкала RGB. Если я буду менять, например, насыщенность, то есть уменьшать количество зеленого красителя при смешивании этих красок, то есть всего 120 возьму наполовину, уже получится не белый цвет, а посмотрите, вот такой вот, ну, фиолетово-пурпурный, или наоборот, пурпурно-фиолетовый. И вот такое вот идет количество красителей здесь. Итак, последние здесь уже даны картинки, как мы говорили. При выборе любой картинки у нас отображаются все шкалы с правой стороны. Обратите внимание, видите, вся замена шкал идет полностью. Вот здесь она у нас с вами показана. Итак, я отменяю этот инструмент и начинаю работать с коррекцией наших слоев. Коррекция, вот эта функция, она может работать как с полностью со всем рисунком, так и со слоями. Я сегодня буду работать так. Я сейчас создам еще один слой. Сделаю это вот таким образом. То есть я загружу из библиотеки вот эту же девушку. Вот она здесь у нас встала. Я ее сдвину вот так вот сюда. Делаю я это намеренно, для того, чтобы вы видели разницу в изменении при коррекции одного слоя относительно другого слоя. Но первое, что я хочу сказать, что вот то, что я сейчас вам буду показывать, это исключительно наработка, как говорят пианисты, работа ваших пальцев. То есть тогда, когда вы будете много и часто обращаться к этой функции, тогда вы разберетесь с ней полностью, запомните, как они работают, и будете подходить к ним просто как на автомате. То есть как она у вас, эта функция, должна войти в пальцы. Итак, коррекция. Первая функция – это яркость и контрастность. Выбираю яркость и контрастность. Яркость дана, шкала нулевая в центре, значит, у нас будет как отрицательное значение, так и положительное значение. Передвигаю бегунок, обращайте внимание, что, видите, яркость у меня уходит. Вот она ушла. Но зато становится более такой насыщенный цвет. Возвращаюсь вот сюда на 0. То же самое с контрастностью. Вот посмотрите, контрастность отрицательная уходит. То есть как бы в тумане получается рисунок. Возвращаем на 0. Теперь давайте яркость увеличим. Видите, становится освещенность большая,
но не такая интересная картинка получается. Мне кажется, больше, лучше, четче видно тогда, когда вот ну, яркость где-то минус 10. Если я контрастность начну увеличивать в правую сторону, то видите, какой яркий, ну такой четкий, насыщенный рисунок получается относительно того стандартного рисунка, который мы с вами загрузили. Здесь, я надеюсь, все понятно. Отменяю настройки и выхожу на вторую функцию. Это цветовой тон, насыщенность. Цветовой тон – это вот эта шкала HSL. Посмотрите, вот он, цветовой тон. То есть я ухожу в цвет циано-зеленый, да? И ухожу сюда в бирюзовый цвет. Вот он такой вот цветовой тон. А здесь у нас красный тон. Теперь я работаю с насыщенностью. Если я увожу в левую сторону, то насыщенность цвета уходит на минусовое значение. То есть практически рисунок становится обесцвеченным. Если я его перевожу в максимум 100, то он становится очень яркий. То есть немножко не такой натуральный цвет, да? Здесь ваша задача выбрать насыщенность цвета такую, которая больше вам подходит для вашего рисунка, для тех целей, которые вы перед собой поставили. Но это освещенность. Вот света нет, и вот появился очень яркий свет. То есть здесь все понятно. Теперь посмотрите, здесь есть такой чекбоксик «Колоризация». Колоризация – это выбор тона цвета, причем этот тон цвета будет у вас единый для всего слоя, для всего рисунка. То есть я перевожу цветовой тон, я могу сделать его зеленым, я могу сделать его желтым, я могу сделать его красным. И вывожу сюда синий, посмотрите, фиолетовый, вот они все цвета. Вот, и опять выхожу в красный. Отменяю все, что сделала, то есть возвращаю цвет тот, который у нас был. Дальше, вот баланс такой, color balance. Здесь уже у нас RGB шкала. То есть вот здесь я выбираю более красный цвет, снижаю его или увеличиваю его. Здесь я могу работать с зеленым цветом, снижать его или увеличивать его, опять же, так, как вы считаете нужным. И здесь я могу работать с синим цветом. То есть та же самая работа, которую мы только что с вами просматривали, тогда, когда рассматривали палитры. Отменяю, выхожу в следующие настройки. Следующая настройка – это вибрация цвета. Это более тонкая настройка. То есть тогда, когда вы выберете конкретную освещенность, конкретную тональность рисунка, вы можете ее более четко и более тонко настроить. Вот посмотрите, даже сейчас она будет не очень сильно отличаться оба рисунка, да? Но все-таки отличие какое-то есть. То есть вот, например, более насыщенный цвет в данном случае получается. Это такая тонкая настройка цвета. Следующая подопция – это уровни. Вот здесь у нас опять работа с шкалой RGB. Посмотрите, мы можем работать с каналом RGB. Мы можем работать конкретно с красным цветом, с зеленым или с голубым. Как мы здесь работаем? У нас здесь показана гистограмма цветов. В данном случае все три цвета. Вот я могу работать этим бегунком, уходя в правую сторону. Посмотрите, видите? Я хотела бы, чтобы вы обратили внимание вот на эту часть рубашки. Как идет затемнение цвета, да? Уже я не говорю о том, что лицо становится более яркое, очки становятся более темные. Я могу вывести сюда более красный цвет. Посмотрите, настройка идет какая. Но я возвращаю сюда обратно. Я могу также работать и центральным бегунком. То есть работать по всему рисунку. Ну вот так вот оставим с вами. А теперь давайте посмотрим. У нас есть еще одна шкала уровня выходного сигнала. То есть я начну двигать вот эту шкалу, то я как бы снижаю уровень выходного сигнала. Но если я возьму, например, красный цвет и с красным цветом так поработаю, вот посмотрите. Видите, опять обращайте внимание на рубашку. То есть рубашка становится более синей. И я начну менять уровень выходного сигнала, то посмотрите, у меня меняется
дополнительное идет изменение цвета рубашки. Обратите внимание, видите, в красный цвет. То есть здесь вы можете делать очень тонкие цветовые настройки. Посмотрите, девушки одинаковые, как бы, да, но посмотрите, как они отличаются по цвету, хотя практически левая девушка, вот та, которая с левой стороны у нас, у нее тона более теплые, а справа девушка, у нее тона более такие холодные. То есть здесь уже работа исключительно в ваших руках. Так как вы считаете нужным, так вы можете сделать. Вот обратите внимание даже в данном случае, опять же, на уровень выходного сигнала на нуле, но красная шкала немножечко выведена вот на 50-ку в данном случае. Посмотрите, опять же, здесь более теплые цвета синие, а здесь более холодные цвета синие. Впоследствии задача заключается в том, что у вас будет создан рисунок из нескольких слоев, и чтобы этот рисунок был белым, как бы воедино, то есть вы нарисовали этот рисунок, так сказать, одной кистью на одном дыхании. Здесь нужно показать, что все тона у вас идут в едином стиле, поэтому вам придется слои доводить до определенного уровня. И вот здесь это все дано не зря для того, чтобы вы могли запомнить, на каком уровне у вас сделан один слой, на каком уровне сделан другой слой. Отменяю. Выхожу на кривые. Вот уровни – это хорошо, но с уровнями работать немножечко сложнее. Посмотрите, то же самое, но здесь есть работа с балансом. Вот посмотрите, я сейчас работаю чисто вот с такой линией, проведенной с левого нижнего угла до правого верхнего угла. Здесь я тоже могу выбирать каналы красный, общий канал и так далее. Вот чтобы понять, что я хочу, собственно говоря, увидеть, я ставлю маркер в любом месте вот этой шкалы. Захватываю левой кнопкой мыши этот маркер и начинаю его двигать. Видите, у меня рисунок меняется. Вот здесь я, так сказать, по наитию, по своей интуиции, не глядя никуда больше, я просто выставляю вот этот вот цвет такой, какой я считаю нужным. Я не обращаю внимания, как там меняются шкалы, как меняются цифры. Я выставила вот таким образом это все. А теперь посмотрите, я хочу второй слой сделать с такими же тонами. У меня есть возможность выбора пипетки. Например, я могу выбрать белый цвет здесь такой. Вот она, пипетка. Вот я беру белые зубы. Видите? И у меня появляется новая полоса здесь. И уйдет изменение именно вот в эту. И посмотрим, что мы можем еще сделать. Ну, например, взять красный цвет. Я могу здесь уже работать чисто с красным цветом. Вот он, такой красный цвет. Я могу выбрать и работать с RGB. Могу выбрать тут же зеленый цвет. Вот я поработала с красным цветом. Теперь я работаю с зеленый цвет. Я выбрала и правлю чисто зеленый цвет. Я могу выбрать еще и дополнительные всевозможные какие-то стили. То есть я могу выбрать здесь какой-то определенный стиль. Ну, например, вот такой вот стиль. Видите, вот у меня изменилась как моя девушка. Вот она совсем другой цветовой гаммы стала. Я могу выйти на гистограмму здесь точно так же. Но я обычно работаю вот с этими линиями. Отменяю все настройки и выхожу на экспозицию. Ну что такое экспозиция, вы знаете. Это работа, связанная с освещением. Кто фотографией занимался, тот прекрасно знает. Отменяю эту настройку и выхожу на автоматический уровень. Вот здесь мы с вами работаем вручную. Вот так вот. А вот эти уровни у нас с вами работают заготовленных каких-либо стилей. Вот, например, если я возьму инверсию, посмотрите, вот у меня как поменялась девушка. Давайте я ее верну обратно. Будем вот тут возвращать. Но инверсия мне не понравилась. Сепия, видите, она становится коричневой. Но, кстати, такой сейчас природный цвет, он очень модный. И очень многие постеры делаются именно вот в таком виде. Дальше я беру коррекцию. Соляризация. То есть подкрашенная такой вот. Такой яркий, такой современный такой стиль. Возвращаю обратно. Идет свечивание. То есть это у нас вообще черно-белый получается рисунок, да? Следующий идет старая фотография. Вот она, старая фотография. Тоже сейчас очень модный такой стиль.
Потом идет кросс-процесс. Их надо просто запомнить и просто видеть. Порог. То есть вот у меня уходит, знаете, есть такие постеры, которые идут в черно-белом цвете. Но вы, кстати, можете поменять цветность этого порога. Вы можете здесь работать с уровнем. То есть вот, помните, есть такая, такие вот у Битлз, например, портреты сделаны, да, такие черно-белые. В таком плане вот можно сделать нашу девушку, да, отмены. Дальше смотрим пастеризация, то есть как бы высвечивание, выбеливание. Опять же, уровень пастеризации мы можем настроить, вот передвигая наши с вами вот эти бегунки. Отменяю. И коррекция идет, поиск цвета. Здесь вам предложена уже конкретная какая-то шкала, вот, например, зеленого цвета. И вы начинаете передвигать, высветлять, вытенять. Можете увеличить, уменьшить прозрачность данного слоя. Вот, например, вот таким образом. Ну, многовато, наверное, будет у нас, да? Давайте вот так вот сделаем. И уже здесь шкалой выбирать то, что вы хотите, чтобы было видно. То есть вот эти вот вещи все можно сделать. Отмена. Вот такую вот работу с коррекцией цвета вы можете проводить. Но я еще хотела вам напомнить о том, что у нас с вами есть еще вот здесь настройки дополнительные, которые помогут вам сделать ваш слой непрозрачным или прозрачным. И тоже помогут выбрать определенные какие-то стили. То есть вы прямо здесь вот в слоях можете работать с стилем. Вот видите, у нас вообще пропала наша девушка. Вот давайте мы ее вернем. То есть, опять же, поработайте с определенными стилями, посмотрите, как здесь выглядят эти стили и что можно здесь сделать. На сегодня мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, что вы заинтересовались данным инструментом, который поможет вам создать ваши уникальные, замечательные изображения, которые вы используете для работы в интернет. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина.